Всем добрый вечер. Сегодня будет тоже интересная тема от Ивана Павловича Неумывакина под названием «Мышцы». Что же такое мышцы? Для чего они нужны? Какая от них польза? А может быть даже они могут вылечить некоторые болезни? На самом деле это очень интересная тема. Более ста лет назад русские ученые Щелков и Заллер сделали открытие, что при работе в скелетных мышцах кровообращение усиливается в 60-80 раз. В то время как, например, в мозгу и желудочно-кишечном тракте только в 8 или 10 раз столь большая потребность мышц в крови стала расцениваться как нагрузка на сердце. Из законов физики известно, что излишняя нагрузка, например, на двигатель, приводит к его быстрому изнашиванию. Отсюда следовал вывод: при заболеваниях сердца сосудов необходим, охранительный режим. Вместе с тем, как показала практика, те больные, которые не придерживались режима ограничения двигательной активности, быстрее восстанавливали свое здоровье. В чем тут дело? В настоящее время доказано, что скелетные мышцы состоят из мышечных волокон, которые сокращаются с определенной частотой, воздействуя на расположенные рядом сосуды, в частности на капилляры, которые как раз и являются действительно насосом на стыке между сердцем и венами, работающим в два-три раза сильнее чем само сердце. А так как мышц в организме более 500, то всасывательно-нагнетательная функция мышц огромна. Она была названа периферическим сердцем. Включая в активную работу мышцы, периферическое сердце одновременно заставляет более интенсивно работать и мозг. У животных, которые подвергались физическим нагрузкам, в мозгу наблюдались более развитая сеть кровеносных сосудов и более густая нервная система, чем у находящихся в состоянии обездвиженности. Электрофизиологические исследования, проведенные на пожилых людях, подтвердили, что у людей, занимающихся спортом, бегом трусцой, активность волн мозга была аналогична активности людей молодого возраста. Тренировка мышц, связок, это не только помощь сердцу, но и органам, позвонкам, сочленениям, которые при этом берут на себя часть функций на себя, предохраняя организм от чрезмерных статических и динамических нагрузок и резких движений. Физические упражнения, массируя мышцы, одновременно массируют связки, хрящи, диски улучшают их кровообращение, а следовательно они дольше не теряют упругости и не стареют. И получается, что они лечат сами себя. Только нужно не лениться, ибо в движении ваше здоровье. Чем слабее мышцы, тем тяжелее переносит человек стрессовые ситуации. Состояние удрученности, например, может отрицательно влиять на подлопаточную мышцу. Вот почему вы идете, сидите, опустив плечи, а она имеет энергетическую связь с меридианом сердца и через него с самим сердцем. Если даже сама по себе мышца не развита, возникают проблемы с сердцем. Чем больше тренированность капилляров этого периферического сердца, тем больше снижается нагрузка сердца, тем скорее восстанавливается его функция. Возраст при этом не играет никакой роли. Нужна только постепенность и последовательность увеличения нагрузок. Конечно, при острых состояниях нагрузки исключаются. Все это стало широко известно только в последнее время. Иными словами, физическая тренировка оздоравливает не только тело, но и мозг. Это лишний раз служит доказательством взаимосвязи и взаимозависимости всех органов и систем организма. В этом-то и кроются неограниченные возможности. На пути не только профилактики, но и лечения заболеваний. Изучая влияние бани на организм, медики пришли к выводу, что горячий воздух, вода и особенно похлестывание веником являются активными раздражителями способствуют возвращению максимальной работоспособности утомленным мышцам. Эффект бани особенно усиливается, если к этому перечню воздействия на мышцы добавить массаж, который проводится после посещения парилки. Вот это вкратце самые основные и важные моменты про мышцы которые не только могут помогать сердцу и вообще продлять жизнь, если вы ведете активный образ жизни. Всем спасибо за внимание, желаю очень хорошего здоровья.